К другим темам. Летняя сессия Синода Среднеазиатского митрополитчьего округа под председательством главы округа митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия состоялась в епархиальном духовно-административном центре Ташкента. На заседании Синода также присутствовали архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт, временно управляющий патриаршими приходами в Туркменистане, епископ Душамбинский Таджикистанский Петерим, епископ Бишкекский Кыргызстанский Даниил. На встрече были рассмотрены и приняты 20 журналов. В них отразилась деятельность епархии округа с марта по июнь 2019 года. По завершении заседания митрополит Викентий поблагодарил архипастырей за ту активную работу, которая проводится в епархиях, и отметил, что всегда докладывает о ней святейшему патриарху Кириллу. Когда я докладываю о нашем синоде, о нашей деятельности, то он очень радуется и благодарит всех вас за то, что мы несем такую активную работу в Среднеазиатском митрополитическом округе, несмотря на какие особенности, трудности, которые есть в нашем регионе. Но вот такие, казалось бы, для прихода, для епархии России и нашей епархии, наши некоторые действия, наконец, мероприятия для нас являются событием, большим событием в жизни нашего региона, потому что было время, когда много чего не могли делать.